Всем привет, с вами снова я, YouTube Pro, и сегодня мы пойдем апать мне вольта на 16 ранг. Ну, кстати, я включу еще видео, мы будем с моим другом поднимать мне 17 кубков. Ну, а сейчас наливайте чаечек, это будет очень долгое видео, а мы полетели. Так, каточка у нас быстро набралась. Так, значит, со мной понятно кто. Нормальный челик какой-то. Красавчик. Мне, короче, вольт выпал сегодня с мегаящика 7 предметов. Еще выпала пассивка на этого, на матрасик. Слив. Пацаны, не удивляйтесь, что меня будет бомбить сегодня, потому что, как сказать, я настроен только на 16 ранг и на 17к. Больше ни на что. Мне потом на все будет вообще посрать. Мне самое главное сейчас апнуть 17к и вольта на 500. Блин, почти в ШД на 15-х, не на 10-х идут только одни гавс. Там вообще нереально просто с обычным ПВС-ким другим. Там только одни гавсы идут. И у них тем более по гаджету у всех. Всегда почти. Ой, что сделал? Что сделал, пацан? Что творит молодой? Здравствуйте, челодой милый век. Так. Да, чё вы, как крыса-то помойная? Так, беги. Лучший. Давай, сейчас заспавнимся и пойдем с тобой раш. Давай! Ну ты вообще лох какой-то. Понятно, давай, запрыгивай. Ну, прыгай, дебил. Просто реально кусок дауна. Здравствуйте, челодой милый век. Да наконец-то. О, офигеть. А, кстати, кто не видел, посмотрите ролик, короче, я выпустил недавно тоже про Бравл. Я там уже научился ставить заставочки в начале. Вот. Зацените, кому понравилось, ставьте лайки. Ну, правда, там уже название, я говорю, название канала другое, потому что я все время изменяю канал, потому что мне то не нравится. Лица то становится скучно с этим ником. И я поэтому создаю. Хотя вообще блогер должен быть вообще с одним ником. Я ведь ищу себе приключения на жопу. Поэтому я все время так и делаю. Так. Да я вообще сейчас вообще не бафнулся ни один раз.
Блин, вот бы на этого. На Гавса добавили бы такой гаджет второй, типа телепортация к усилителю. Гавс тогда имбой станет. Ой-ой-ой, что там? Там имба бежит. Имба бежит. Пацаны, имба. А я даже ведь на места не смотрел. Я думал, там команд уже 3, 5, там 3, 5. Ой, какие 5? 3, 4. Я уже просто запретаю. Знаете, сколько у меня начитало? 11 часов. Офигенно. Я играю. А потому что я ради вас стараюсь ролики снимать. Ну ты, Егорчик, реально даун, что ли? Просто такой баран, пусть его... Я не буду это говорить, иначе меня забанят. Просто такая овца это клет. Мне просто YouTube забанит, если я это скажу. Слово. Что это запрещенное слово. Еще это... Спраут невыносимый вообще. Стреляет и стреляет, стреляет. Проигрок! Проигрок, да, я проигрок. Кстати, пожалуйста, давайте, смотрите, не поленись, нажми на красную кнопочку подписаться, поставь колокольчик, и тогда ты станешь про в игре Бравл Старс. И не забудь ввести код ММА. Угу. Ай, больно в ноге. Так, ну нафиг на этого бомжа лезть. Я тут с краешку такого похожу, такой как мирный человечек, а на меня какие-то бомжи нападают. Неадекватно вообще. А как вам такой подарочек? А? Че, сразу же пикались? Пописили в свои трусики. Понятно. Плюс один. Ну, хотя бы не в минус ушли. Я не знаю, сколько этот ролик будет длиться, но это точно очень долгий будет ролик. Поэтому заваривайте чайчик, садитесь поудобнее и смотрите этот прекраснейший ролик. Наверное. Ну, не, конечно же, не самый прекрасный, который вы видели. Ну, нормальный. Блин, забыл, где вообще... Я забыл микрофон подключить. Ой, конечно. Сейчас поставлю еще при помощи этой штуки. Кстати, даю вам одну фишечку такую. Смотрите, берете бо вот с такой пассивочкой. Берете, получается, кого? Берете этого вольта и тупо, когда ставят, получается, кто? Когда босс ставит свой гаджет, и на этом тупо можно фармиться. Давай. Давай ставь. Блин. Вообще не получается ничего. Тупо такая параша. Вот полная параша.
понимаю, как там апают себе по 50, под 40 тысяч, не понимаю. Я даже обычный 16 ранг не могу поднять. А кто-то там уже 35-й поднимает. И даже по 5000 кубков, кстати, Эгвак поднял на кольте, но это вообще давно было. Так, Барсик 2. Если сейчас Сержан убьет, это полное говно будет. Фух, все, выдержал. А чё вы сразу же такие, а? Чё вы? Обосрались, да? Чё вы? Вот, все понятно, обосрались чисто, пацаны. Так, все, я короче, знаете, смотрите, никто меня не догоняет, потому что когда Вольт стакается, он быстрее всех бегает почти. Он как Леон бегает, можно сказать. Хотя Эдгар намного побыстрее будет. Ну тоже хорошо. Бля. Ой, я это потом, наверное, заблюрю или вырежу. Пожалуйста, только не баньте меня. Я потому что обтекался однозначно, когда я сказал это слово. Я думаю, у меня все сейчас баны там. Вот. Не повезло. Пожалуйста. Да, все. Уху. Ну все. А, нет. Еще игра не закончилась, пацаны. А, нет, закончилась. Да, классно мы поиграли. О, последнее, второе место. Я не представляю. Давайте тиммейта найдем. Я не представляю, как мы сейчас будем тащить. Это полное гов... Чё, одеваешься? До свидания. Я лучше с рандомами пойду. О. О, ну все, это имба. Сейчас будет тут Барон всех бесить. Ну что, Барон бесячий. И это наше это. Что преимущество называется бесячка. Это когда Байрон у тебя в команде, и он начинает всех бесить. И поскорее всем хочется его завалить. Да ты добилыч. Мне интересно все 5 команд. Я тоже не знаю. Я знатно обкекался. Хиль меня добил. Хиль меня. Красавчик. Так, спрячься. Добил. Все, стакнулся. Я теперь бессмертный. Ой! Корный бабай. То это 477. Нереально. То тупо лайк этому Байрону. Самый крутой на свете, в кавычках. Ну и мы идем на рекорд, получается. Ура! Изи проигрыш. Ну, хотя можно посмотреть на его скилл на Барли.
Вот это вот я знатно обкекался, потому что я не видел то, что там бит. И тем более, что он мне сделал, если он бегает как... Да, как... Я просто... Просто обосрусь и убегу вниз. Логика профессиональна. Профессионала. Чисто как играет профессионал. Мы побежим вверх, там сидит какие-то крысы, мы побежим вниз, там сидят какие-то крысы. Мы побежим в центр, там какие-то крысы, и мы сдохнем, там какие-то крысы. Могучий флип-флап. Я не понимаю, зачем такие делать ники? Лайн, лау, ю, лп. Не понимаю вообще. Зачем так делать, если всех людей на... Давай! Все, не надо. Ну, не догоняй ты ее! Ну все, поздравляю. Ты настоящий бомж. Вот ваша, получается, грамота. Забирайте и валите отсюда с поджопником. О, я с братом затимился. Спасибо, братья. Все, огромное спасибо вам за то, что вы с нами затимились. И огромное спасибо за то, что мы с вами затимились. И этот ролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.